Закатим рукава. Давайте, ладно. Всех звать. Это что, Веном? Вот это поворот! Что за... Это... Поймала Дзинь. Дзинь. Снова какие-то, да, прикольные штуки. Вы не напомнили сейчас ребра вот эти вот? Напомнили. Решили промолчать просто. А он еще костюм меняет? Или не показал? Нет, это я не увидела, если честно. Ну, тут раскраска другая уже. А слишком резко дергается, не успевает за ним. Может, там просто при светлом освещении было? Дергается. Может быть. Опа. Это как? Исчез. Вот так вот, кстати. О, это очень классно. Да, стоп. Прикольно. У него все примочки просто, которые можно придумать. Мне есть что сказать. Так подожди ты. Ладно. Не сбивай, я очень сосредоточена. Вау. Опа. Это слишком. Только всего я не успеваю понимать. Вот, я же говорю. Ой, отлично. Это толстая кишка вышла? Ёрнесси. Ты следующий. Там все вышло. Страшно. Масштабно. Опупенно. Сильно. Мощно. А что вы скажете по этому поводу? Что произошло? Ладно, у меня есть такие, может, вопросы, может, покажутся немножко туповатыми, но их, ну, как бы, прокомментирую. Можно я тебя перебью? Там было написано «спаун», это, может быть, был не Веном, или «спаун» это что? Это кто? Это не Веном, да? Это спаун. У меня больше нет вопросов. Это, видишь, там трейлер «Спауна». Просто. Да, я видела. Это не Веном. Можно там вырезать? Мы говорили, что это Веном. Оставьте. Нам не привыкать. Вопросов нет, все было хорошо. Спасибо. А я просто никак не могла понять, почему там эта цепь непонятна, почему с Веномом ассоциируется какая-то цепь. А теперь я поняла, что это не Веном, значит, с тем чуваком ассоциируется. Все, вопросы еще. Отпали сами собой. Все, игра. Это фиаско просто. Логика рассуждения от Ангелины. Да. Я тоже думаю, это Веном. Как так у вас эта мысль одновременно была в головах? Просто я еще подумала, почему я не узнала. Значок на груди, вот у него такая же рисовка. А я по маске. Нет, маски вообще нет. У меня почему-то телосложение. Вообще не поняла, откуда еще этот, хотела сказать, шар. Плащ. Плащ. Плащ красный сзади. Ну, сейчас до меня дошло. Где варежки вообще? Да простите меня, грешную, ну пожалуйста. Да. Не хотела я. Ой, все, не будем тебя. Первый раз прощается. Первая реакция подумала так, ничего страшного. Сейчас с кем не бывает. Давайте читать название. Да, да. Что не позорится. Еще я такой ошибки больше не повторяю. Вы что, еще не привыкли к нам? Слушайте, ну я уже, наверное, 100 лет не играла в Mortal Kombat, поэтому, в принципе, для меня все по-новому смотрится. Но, если честно, я бы вот, ну, как бы... Чипсики. Да. PlayStation. И пошла жаришка. С радостью бы ушла сейчас в такую... Атмосферу. На лайтовую, да. Топчик. Так что... Что вы думаете по поводу этого... Персонажа, да. Играли, не играли, простите вообще. Нас, вообще, мне, если честно, очень интересно, а всегда, вот, например, какой у каждого любимый персонаж, назовем это так.
Пожалуйста, расскажите, какой у вас любимый персонаж, потому что мне прям реально интересно, кто кем играет всегда. Да, я заодно узнаю, какие там вообще есть персонажи. Да, новый мир. Да, откройте ознакомительный этап. Сейчас всем спасибо большое за... И не забудьте лайк поставить. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.